Лекция на тему отдела ФБР. Вот, у нас есть 4 отдела: DOCIT, ID и FST. ФСТ тебе не надо, так как ты, получается, ФБР именно пошел, не в тот отдел. Вот. Получается, что? Давай расскажу тебе про каждый отдел. Вот. Начнем с тобой про криминально-следственный отдел. Это СИД переводится. Самое большое подразделение. Расследует широкий спектр всех федеральных преступлений. Такие как организованная преступность, преступления на расовой почве, мошенничество на выборах, правительственная коррупция, похищение людей, банковские ограбления, серийные убийства и многое другое. Потом идет управление по борьбе с наркотиками, один из отделов федерального бюро, который занимается пересечением правонарушений в сфере нелегальной продажи наркотиков, а также фиксация наркотрафика в штате Феникс. Инспекционный отдел, это получается отдел федерального бюро, который занимается контролем деятельности сотрудников силовых структур, также выявляет фактов, ну, выявление фактов коррупции в другие, и другие нарушения в госструктурах. Также в задачи отдела входит отслеживание потенциальных кандидатов на вербовку ФБР. Вот. Обучение младшего состава бюро необходимо знанием и умением. Проведение тренировок и проверок госструктур на знание уголовного и административного кодекса в случае, если за сотрудниками департамента замечены частые нарушения. На этом лекция окончена. У тебя есть какие-либо вопросы? Олег, нет лекция. Вопросов, нет, все ясно. Выбрал, какой отдел пойдешь? Да, я пойду в отдел СИП. Все, хорошо. Распределение ты прошел? Да. Прошел, получается, лекцию, сейчас прослушал. Расследование смотри. Жди, пока тебе пришлют, сделаешь его, и тогда уже поговорим. Мне на рассмотрение дашь, я посмотрю, и тогда уж поговорим. А, я уже...